выбрал. Все? Да, я его поставил. Кефирный напиток с зеленью. Это вот привлекательно. Кефирный напиток с зеленью? Набери зелень. Пахнет вкусно. Бери, бери. Котик, вот этот? Вот тот. Где мог его принять? Все, пока что. Пойдем сюда. Сейчас узнаем, сколько у нас получится. Слушай, машина сама по себе выливает молоко. Может, она не работает? Это кефир, а это кефирный напиток с зеленью. Mm-hmm. Вот так вот. Mm-hmm. То есть берешь кефир, туда закидываешь зелень. Ну, они, наверное, как-то рубили. Ну, да. Вот такой сок. Сидим. Спасибо. Так, ребятки, осторожно. Друзья, в общем, такая вот еда у нас тут. Сейчас я вам покажу. Это курица и шашлык. Фокус, оказывается, здесь был не исправлен. Так, курица, гречка, салат свекольный, кефир, черный хлеб, 4 куска. Потом еще один салат свекольный. Вот это блин или что это у тебя? Да, сыром. Блин с сыром. Вот это что такое? Котлета. Котлета. Да. И сметана. Сметана и кефир с каким-то с укропом, что ли, с какой-то зеленью. Все вместе это стоит 11 евро 29 центов. Правильно? Такие дела. Находимся в городе Таллин. Вот, смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, в солнечную Калифорнию.
Место называется Лидом.